Всех приветствую, продолжаем изучать притчи мира. Притча Фарид аль-Дин Аттара, она называется «Скряга и ангел смерти». В другом торговле скряга накопил 300 тысяч динаров. У него были земля и строение, и самые разнообразные богатства. Тогда он решил, что приведет один год в развлечениях, живя в свое удовольствие, а потом решит, каким быть его будущему. Но лишь только он закончил пересчитывать свои деньги, перед ним предстал ангел смерти, чтобы забрать его жизнь. Скряга пытался всевозможными доводами переубедить ангела, но тот оставался непреклонным. Тогда человек сказал: «Дай мне всего 3 дня, за это я отдам тебе 1/3 своего имущества». Ангел отказался и вновь дернул за жизнь скряги, чтобы забрать ее. Тогда человек сказал: «Если только ты отпустишь мне 2 лишних дня на земле, я отдам тебе 200 тысяч динаров из своих сбережений». Но ангел не хотел и слушать его. Он даже отказал несчастному в одном единственном дне в обмен на все его 300 тысяч монет. Тогда скряга сказал: «Умоляю тебя, отпусти мне самую малость, позволь написать всего несколько слов». На этот раз ангел сделал ему эту единственную уступку, и человек написал собственной кровью: «Человек, не растеряй свою жизнь, я не мог купить даже час за 300 тысяч динаров. Удостоверься, понимаешь ли ты ценность того времени, которым располагаешь». Вот такая притча, притча Фарид аль-Дин Аттара, она называется «Скряга и ангел смерти». Пока-пока, до свидания.